Иногда соединить отдельные части в единое целое – задача не из легких. Например, у вас есть разобранная картина, которую необходимо восстановить. Кроме этого, вы обладаете 7 роботами, программным обеспечением MATLAB и необходимыми знаниями теории автоматического управления. Что же делать в данной ситуации? Конечно же, собрать команду людей и применить свои умения на практике. Идея нашего проекта заключается в установлении автономной работы роботизированных устройств с использованием методов идентификации и теории управления, а также компьютерного зрения и теории графов, или попросту – сбор картинки без помощи человека. Первым этапом работы над проектом является применение компьютерного зрения. Для реализации данной части использовался алгоритм, который осуществляет сегментацию частей картины на однотонном фоне с использованием корреляции для определения конечного положения данного сегмента. Также он отслеживает положение сегмента в течение движения робота. Алгоритм, написанный на языке C++, интегрирован в MATLAB через Max Function. Наша команда отвечала за написание программы, благодаря которой разбросаны в случайном порядке элементы картины за минимальное количество шагов вставали в свои позиции. Для реализации программы мы воспользовались алгоритмом поиска в ширину. Это обеспечило нам поиск оптимального варианта решения. Сам алгоритм реализован в скрипте MATLAB. С помощью следующего инструмента StateFlow удалось реализовать идею по установлению взаимосвязи трех систем. Первый – алгоритм решения пятнашки, второй – техническое зрение, третий – это контроль передвижения сегментов картины с помощью роботов. В своей работе были использованы переходы по умолчанию, переходы, условия, действия и состояния. И результаты этих взаимосвязей мы можем наблюдать в процессе сборки картины. Для разделения вычислительной мощности управления роботами было принято решение привязать каждому роботу персональный компьютер. С целью связи и организации совместного управления был применен инструмент OPC Toolbox. Задача заключалась в том, что координаты, полученные с помощью технического зрения, передаются сервером на клиента. Для создания сервера используется симулятор OPC сервер Matricon. Для решения задачи управления роботом был использован пакет System Identification Toolbox, позволяющий по входным и выходным данным получить математическую модель и идентифицировать приводы робота. Для настройки пропорционального регулятора был использован пакет Control System Toolbox, а для регулятора, основанного на управлении с прогнозирующими моделями, соответствующий ему пакет Model Predictive Control Toolbox. Наша же команда отвечает за работу в пакете Simscape Multibody. Данный пакет предоставляет среду для трехмерной симуляции механических систем. И основной задачей является моделирование процесса сборки путем имитации перемещения каждого робота на плоскости с учетом трения, с последующей визуализацией процесса. Мы получили автономно работающую систему, которая может привести разобранное изображение в исходный вид, что и продемонстрировано далее.